Меня зовут Виктор Жемчужный. Я сейчас нахожусь в Крыму, в городе Героя Севастополе, а непосредственно в одном из древнейших городов, античных городов, построенных еще древними римлянами более 3000 лет назад, в Херсонесе. Но мой репортаж не об этом древнем городе, от которого остались одни руины, а о тренинге Павла Борисовича Колесова «Самогипнозе. Первая часть. Быстрое самовосстановление». Данный тренинг является базовым. Он как прочный фундамент по строительству вашего пути к саморазвитию. Без данного тренинга вы не сможете пройти и усвоить более сложные материалы и практики из тренингов Павла Борисовича Колесова. Освоив самогипноз 1, вы сможете за очень короткий промежуток времени самовосстанавливаться и возвращать себе силу и энергию. А самое главное, вы начнете по-другому ощущать собственное тело и сможете наладить связь с собственным внутренним миром, со своим бессознательным. Что это вам даст? Вы сможете самостоятельно гармонизировать внутренний мир. Вы сможете уравновесить себе баланс положительных и отрицательных энергий и эмоций, что сделает вас спокойным, уверенным и уравновешенным человеком. Вы сможете избавиться от огромного количества психосоматических болячек, которые годами сидели внутри вас и не давали вам насладиться по-настоящему вашей жизнью. Вы сможете избавиться от хронической усталости и раздражения, которые уже стали нормой для вас. Вы сможете накапливать в себе внутреннюю энергию, что позволит вам стать бодрым. Вы поймете, что жизнь может быть полной и насыщенной даже в 40, 50 и 60 лет, и даже более, так как наш организм на самом деле не стареет. Он просто теряет энергию, и поэтому нам не хватает сил для поддержания в нем бодрости и здорового состояния. Самогипноз 1 позволяет нам обратно вернуть это состояние бодрости, энергичности, радости и насыщенности жизни. Он открывает нам новые горизонты на пути к нашему саморазвитию и самосовершенствованию. Самогипноз 1 преображает нашу жизнь, окрашивая ее в яркие и чудесные краски. Вписывайтесь в тренинг «Самогипноз 1». Возвращайте себе вашу энергию, и вы сможете легко и быстро двигаться дальше по жизни, наслаждаясь ее красотой, великолепием и чудесами. С вами был Виктор Жемчужный. Пока-пока!